вечера, вдумчивого прослушивания и замечательного настроения. Крутили. Главное, что всегда можно подстроиться. Головка была на месте. Да. Поэтому прошу прощения, но не ожидал, что гитара просто упадет. Она все-таки себя плохо ведет сегодня. Ну и, конечно, перед своим выступлением я традиционный вопрос задаю публике. Какую вы хотите услышать первую песню? Грустную или веселую? Ну, хорошую. Веселую. Плохих... Веселую. Плохих песен у нас тоже есть. Могу плохую спеть? Не будем голосовать, нет? Хорошую, веселую. Веселую. Хорошо, веселая песня. Ну ладно, на самом деле, конечно, сегодня вот у нас православный праздник всех святых на земле российской просиявших. Вот, связано это. Всех сегодня такой праздник. Правильно сказал, да, или нет, Александр Петрович? Всех вообще святых. Всех святых. Ну и как раз хотелось бы, вот как наш клуб имеет небесным покровителем Георгия Победоносца. Не знаю, что-то забудьте. Раз, два, три, забудьте. Смотрите. Сейчас мы перекрестим, но не будет ловить. Вот, и песня на стихи Татьяны Егоровой, Георгия Победоносца. И песню эту традиционно посвящаем Георгию Константиновичу Жукову. Маршал Победы. Как бы его не поливали грязью, вот современные, так сказать, истории. Он маршал. Вот, но тем не менее, это человек, который действительно, несмотря на все, может быть, минусы и плюсы, но он, в общем-то, на белом коне принимал парад Победы. Это много дорогого стоит. Да, еще будет вопрос. Так, Георгий Победоносец. Только помолится Богу русский солдат на войне, сразу ему на подмогу всадник на белом коне. Победоносец Георгий среди военной дорог, и покоряйтесь народы, яко с нами Бог. Снова круг неспокойно, в небе кружит. Услышьте до последних земли, могущие, покоряйтесь, яко с нами Бог.